И сегодня же в Раде прозвучали призывы отправить в отставку главу правительства Арсения Яценюка. С критикой на Кабмин обрушились сразу две партии, причем партии-оппоненты. Лидер радикалов Олег Ляшко потребовал переформатировать правительство, а глава фракции «Оппозиционный блок» напомнил о катастрофическом положении украинской экономики. Мы считаем, что каждый день нахождения этого состава правительства у власти – это грабеж практически всех, кто есть в стране. Поэтому или коалиция возьмет на себя политическую ответственность спросить с правительства, или мы будем вынуждены зарегистрировать постановление об отстранении правительства и премьер-министра от своих должностей за полный развал экономики в стране и доведение народа до нищеты. В блоке Порошенко ранее также говорили о возможной отставке Яценюка из-за обвала гривны. Как было сказано, приказ включать станок, печатать деньги и проводить эмиссию давало именно правительство.